Ռուսաց լեզու, երրորդ դասարան, դաս 7. Ե նա լեսնկու похожа. Ё её сестрёнка тоже. Но у буквы Ё две точки. Точно к лесенке гвоздёчки. Ён наманы сандухки. Ён нря куйна. Բայց Ё-տարը ունի երկու կետ. Ինչպես սանդուղքի վրա ամրացված մեխերը։ Վարժություն 1. Прочитаем слитно. Կարդում ենք վարժ. Без коня, без дрожек, без дрожек, через поле, за лесами, с кротом, для спальни, под землей, а долге, за двери, срок. Важутюн ерку. Внимательно прочитаем слова с буквой мягкий знак. Ушадырь картумэнг барэрэ мягкий знак таров. Путь, день, очень, требовать, привезешь. Спальня. Важутюн ерек. Прочитаем парами. Картумэнг зюгерев. Острые иголки. Колкие иголки. Сухой лист. Свежий лист. Добрый ежик. Колючий ежик. Сур асэгнэр. Бут асэгнэр. Чор тэревнэр. Тарм тэревнэр. Бари. Возни. Цакох возни. Важутюн чорс. Прочитаем, повторим несколько раз. Картуменг кыркуну миханьянкам. Лужок, должок, получше. Что, что же, чтобы, одолжи, ничего. Научимся читать стихотворение. Соворуменг картал банастахтитюну. Едет, едет ежик, без коня, без дрожек. Через поле и лужок едет требовать должок. Прошлым летом за лесами с кротом листья собирали. Еж искал листки получше, чтобы были и по суше. Собирали их колькими, острыми игольками. Топ-топ, шлеп-шлеп, много листьев он нагреб. Гнуме возни, аранс дзию, гев аранс анивнери. Гнум е антари мичов, депи чахича. Гнум е паханджелю ир партка. Ансял амар антаром хлурди хет хавакуме ин теревнер. Возни пандрум ер лав теревнер, ворпеси дранг чор линейн. Хавакуме ир пшерев, сур пшерев. Теревнери мимец хурц хавакец. Ну а крот наоборот, ничего не собрал крот. А сказал тут крот ежу, вот что я тебе скажу. Мне для спальни под землей очень нужен лист сухой. Я верну тебе весной. Из кхлурте антхакарака вочинч чагавакец. Евасац вознун. Ага тэнч касам кез. Инц гетни так нанджарану чор теревнерен харкавор. Ездра кез кварядарснем гарнанам. Добрый ежик долго думал, а потом сказал, ну что же, после долг мне привезешь. Ев мотацец бари вознин, еркар мотацец из кету асац. Да инч, хэто кверядарцнес парткет. Словно день промчался год, а долги ни слова крот. Только хрустнет, где сучок, крот за двери и молчок. Мэкор вапэс анцав тарин. Եվ խլուրդը պարտքի մասին ոչ մի բառ չասաց։ Հենց որ տերևները խշխշում էին, խլուրդը դռների հետևում լռում էր։ Едет, едет ёжик, без коня, без дрожек, через поле и лужок, едет требовать должок. Едет ёжик точно в срок, очень путь его далек. Гнум է вознин, аранц дию, Եվ առանց ճանապարհի գնում է դաշտերի միջով, ճահիճների միջով, ցեղերի միջով։ Գնում է պահանջելու պարտքը, գնում է ոզնին ճիշտ ժամանակին, նրա ճանապարհը շատ երկար է։ Վարժություն 5. Запомним. Большой – больше, красивый – красивее, хороший – лучше, получше. Հիշում ենք. Մեծ – ավելի մեծ,
Գեղեցիկ, ավելի գեղեցիկ, լավ, ավելի լավ. Վարժություն 6. Прочитаем загадку складку. Да скажем отгадку. Կարդում ենք հանելուկը, ասում պատասխանը. Без тропинок, без дорог, серый катится клубок. Он в иголках острый сплошь, потому что это ёж. Առանց արահետների, առանց ճանապարհի, մոխրագույն մի գունդ է գլորվում. Նա ամբողջությամբ սուր ասեղներով է պատված, որովհետև դա ոզնին է. Վարժություն 7. Ёжик лесной зверёк. Ոզնին անտարի կենդանի է, կարկիղ դիկիղ ժիվոտնխ մեզ նա է, ինչ վայրի կենդանիներ մենք գիտենք, նազավյոմ իմ, անվանենք դրանք. Վարժություն 8. Прочитаем скороговорки. Кто быстрее? Կարդում ենք շուտասելուկները, ով ավելի արագ կկարդա. Ելնա ёжика похоже, ёж в иголках, ёлка тоже. Երևնին նման է ոզնուն. Вознин асагнарёва, ярэвнин нуйбэс. Я на ёлочку похож, удивлён колючий ёж. Ес наманэм ярэвнун, зармацав асагнарёв вознин. Важыцён инна. Отгадаем загадки. Луцумэн ханэлюкнарё. Про него народ лесной говорит, что он портной, потому что словно ёлка он с рождения весь в иголках. Դրա մասին ողջ անտառն է ասում, որ նա դերձակ է, որովհետև եղևնու նման ծնվել է ասեղներով։ Из леса принцесса на праздник пришла, бусы надела, огнём расцвела. Անտառից արքայադուստրը եկավ տոնին, կրում էր ականջողեր և կրակի պես ծաղկել էր։ Վարժություն 10. Стихотворение называется «Едет ёжик». Попробуем озаглавить его по-другому. Բանաստեղծության վերնագիրն է գալիս է ոզնին. Փորձենք վերնագրել նրան մեկ այլ ձևով. Վարժություն 11. Куда ехал ёжик? Ուր էր գնում ոզնին? Когда крутый ёжик собирал листья? Խլուրդը և ոզնին երբ էին հավաքում տերևներ? О чём попросил крут ёжика? Ինչ խնդրեց խլուրդը ոզնուն? Что случилось через год? Ինչ տեղի ունեցավ մեկ տարի անց? Վերնու լի կրոտ ёжику свой долг? Վերադարձրեց արդյոք խլուրդը ոզնուն իր պարտքը? Վարժություն 12. Интересное было стихотворение. Հետաքրքիր էր բանաստեղծությունը. Кто вам больше понравился, ёжик или крот? Ով ձեզ ավելի շատ դուր եկավ, ոզնին թե խլուրդը? Почему? Ինչու? Վարժություն 13. Прочитаем шутку в лицах. Կարդում ենք հումորը դերերով. Найдём слова, в которых есть буква Ё. Գտնում ենք բառերը, որոնցում կա Ё տառը. Прочитаем их ещё раз. Կարդում ենք դրանք ևս մեկ անգամ. Ёжик, ոզնին. Привязал ёжик розовый бант к иголкам. Ոզնին վարդագույն ժապավենը կապեց Пшерин спросили его, а зачем? Нрен хартреци низкий инчу. Ну разве вы не знаете, улыбнулся ежик. Из кдукмите чигитек, жептат спозни. Сегодня колючий шиповный крестфел. Айсор цакор масренине цахкель. Вот я тоже распустился. Ага, еселем цахкель.